Вау, цветные трубочки! Разделим трубку пополам. Фольга послужит нагревающим элементом. Немного глиттера бусинкой тянется проводок. Суперутюжок приведет волосы в порядок. В салон красоты вбежала принцесса. Помогите, спала не на том боку. Мои волосы совсем вышли из-под контроля. Ох! Сделайте с ними что-нибудь. Придется хорошенько выпрямить пряди. Вам повезло, Лалилу передали новый чудо-утюжок. Присаживайтесь, будем наводить красоту. Пришлось постараться, но результат того стоил. Ура, день спасен! Спасибо, я в восторге от укладки. Юху, обожаю довольных клиентов. Рапунцель решила обратиться к стилисту. Приветик, я хочу преобразиться. Мне кажется, я выгляжу немодно. Вы по адресу. Проходите в кабинку для переодевания. Там вас ждет Лалилу. Юху! Выкроим лиловую юбочку. Стянем вырез шнуровкой. Думаю, корсет сюда подойдет. Воу, магия! Мастерим накладные трессы. Яркие акценты нынче на пике трендов. Рапунцель не узнать, что за стильная красотка. Такс, любопытно. Хочу взглянуть. Воу, так необычно. Мне нравится. Вы абсолютно прекрасны. За работу полагается щедрое вознаграждение. Девушка, вы неотразимы. Позвольте пригласить вас на свидание. С удовольствием. Смена имиджа открывает новые горизонты. Что тут у нас? Закрепим пучки ресничек. Приклеим второй слой, выкладываем ресницы. Мастерим прозрачную крышку. Превосходный набор для лэшмейкера. Какие же реснички выбрать? Полистайте каталог. А, сложно, все не то. Так и не определилась. Приду в другой раз. Ой-ой-ой, единороги радуга. Это мне и нужно. Китти, все ясно, приляг на кушетку. Я знаю, что делать. У нас как раз оставалась пара радужных ресничек. Готово, взгляни. Вау, идеально! Используй щеточку для ухода. Спасибо, какая красота! Абракадабра! Рисуем новые глазки. Из зеленых прядей делаем высокую укладку. Маленькое черное платьице должно быть в каждом гардеробе. Вырежем красный тренч. Подчеркнем талию пояском. Украшаем манжеты. Перекрасим сапожки. Микросумки на пике популярности. Рождественский лук Гринчеллы произведет фурор. Городская елка уже украшена к празднику. Уи, сколько гостинцев! Ю, обожаю сюрпризы! А ну-ка, это мне. Ой, он застрял на носу. О, мне сюда, где-то поблизости салон красоты. Что за веселье? Хватит шуметь, никаких радостей. Попрощайтесь с елкой. Гринчелла, ну сколько можно похищать Рождество? Чехлы пригодятся. Закрепляем резиночку. Пояс парикмахера должен вмещать все инструменты. Вырезаем тканевый круг. Собираем в накидку.
пеньюар защитит одежду от настриженных волосков. Джонни решился открыть свое дело. Алло, Люси, ты будешь на неделе моды? Дорогая, это тот салон? Да-да. Оу, ко мне пришли клиенты, перезвоню. Чего изволите? Девушка решила сменить имидж. Присаживайтесь, сейчас начнется магия. Мой чудо-пояс всегда под рукой. Хочу что-то эпатажное. Я в этом профи. Как насчет розовых прядей? Бесспорно, ваш цвет. Вау, это гениально. Микки, как тебе? Ух ты, твоя красота сражает на повал. Это все Джонни. Спасибо. Приходите еще. Перекрасим пластиковую деталь. Добавим кнопку включения. Вырежем внутреннюю панель. Нужен светодиод. Лампа готова. Пластиковую деталь превращаем в лак для ногтей. Яркие цвета. Все необходимое для классного маникюра. Аманда спешит к любимому нейл-мастеру. Приветик, у меня грандиозные планы. Милый песик. Так вот. Слушаю. О, к вам поступили новые оттенки. Что же выбрать? Определилась с цветом. Вот этот малиновый в самый раз. Только я хочу макси-длину. Окей, ставь в лампу. Ух ты, ноготочки готовы, как я и мечтала. Аманда, мастер-шеф, маникюр поможет в готовке. Смотри, моментальная нарезка. О, впечатляет. Спасибо. Такое в моей практике впервые. Обрезаем деревянные палочки. Складываем удобную полку. Рамка антиквариат. Украшаем комод стразами. В мешочке завернута сушеная лаванда. Флакончики источают чудесный аромат. Лалилу приглашают зрителей на спа-процедуру. Чувствуете, повеяло благовониями. Жасмин заскучала в своей комнате. Раджа, чем же нам заняться? В волшебном королевстве мои возможности безграничны. Раджа недоумевает. Хочешь использовать этот флакончик? Окей, будет интересно. Стоило потереть, как покои превратились в массажный салон. Ваше Величество, желаете расслабиться после тяжелого дня? Вау, конечно. Я сделаю вам релаксирующий массаж с маслами и сухоцветами. Снимем зажимы. Аромат помог принцессе обрести внутреннюю гармонию. Обрежем зубья расчески. Долепим ручку. Установим зеркальные лезвия. Засверкали кнопочки. С помощью машинки можно сотворить стильные стрижки. Укоротим ручку кисточки. Смахнуть лишние волоски больше не проблема. Золушка открыла свой барбершоп «Синдерелла». Что может быть приятнее, чем дарить людям радость? Обожаю нести в мир красоту. О, скоро клиент по записи. Наконец-то я здесь. Привет, Джек. Присаживайся поудобнее. Сделаем тебе стильную стрижку. Новая машинка прекрасно работает. Убираем торчащие волосы. Полюбуйся результатом. Воу, у тебя золотые руки. Спасибо. От клиентов нет отбоя. Золушка умеет подчеркнуть красоту каждого парня. Мои клиенты такие красавчики. Вау, радужная ленточка. Пропитываем ПВА-клеем. Появились отверстия для глаз и рта. Радужная маска идеальна для праздничного ухода за кожей. Гринчелла украсила дом к Рождеству. Превосходный декор. Теперь можно и отдохнуть.
Что же мне принес Санта? Любопытно. Фи, бензопила? Велосипед? Кигуруми? Что это такое? Кто такое заказывает? Вот, красивая коробочка. Ага, маска, которая снимет усталость от этой суеты. Нужно затестить. Эффект налицо. В рождественскую ночь я должна быть обворожительна. Гринчелла, ау, ты где? Привет. Оу, еще подарочек. Счастливого Рождества. Так-так, что выберем? Пластиковый дозатор. Отделяем деталь, заливаем термоклеем. Осталось зашлифовать края. Наносим металлические грани. Засверкали кнопочки. Подключаем проводок с вилкой. Куколка одолжила расческу. Пригодится для насадки. С машинкой для стрижки легко создать любую прическу. Эльза отдыхала в замке, как вдруг в панике вбежал Йетти. Подруга, спасай! За зиму отросли чудесные усы и борода. Попробовал расчесать сам, но гребень запутался в шерсти. Ох, неприятность. Попробуем вытащить вместе. Ать, крепко застрял. Сори. Ох, я огорчен. А зря. Машинка для стрижки вмиг избавит от лишних волос. Подстрижем твою бороду, и дело с концом. Гребень убрали вместе с бородой. А усы? Хотя с усами я выгляжу довольно солидно. Еще бы! Барбер Олаф к вашим услугам. Спасибо, дружище. От старой точилки пригодится корпус. Убираем часть. Окрашиваем деталь в розовый, добавим фоамирановый низ. Таймер на месте. Установим лампочку. Теперь шикарный маникюр обеспечен. Принцессы собрались на девичник. Они листают журналы и мило беседуют. О, девочки, смотрите, реклама новой лампы для маникюра. Стоит заказать. Ага. Конечно, сейчас позвоним по номеру. Вот, пиши. У меня даже есть идея маникюра. Алло, хочу заказать лампу. Ослик-курьер мгновенно доставил товар. Ио, прямиком из 39-го королевства. Гель-лаки в подарок новым клиентам. Разве не чудо? Чур, я первая. Цвет морской волны. Этот? О, да, мой любимый. Yes. Первые ноготки в лампе. Юху, получилось здорово. Yay. Следом маникюр сделали все. Совместные бьюти-процедуры еще больше сблизили подруг. Понадобится часть кабеля. Штекер для новой поделки. Тонируем прорезиненную деталь. Рыбка охраняет жемчуга. Позволь Лалилу взять их. Кыш-кыш-кыш. Мастерим серебристый наконечник плойки. Какой интересный! Подсоединяем провод, следом вилку, последний штрих – кнопки включения. Салон красоты «Ла Лильен» в ожидании клиентов. А вот и посетитель. Добрый день, мои волосы в ужасном состоянии. Помогите привести их в порядок. Прошу, присаживайтесь. Ох, что же выбрать? Давайте попробуем все. Желание клиента – закон. Начались эксперименты. Зеленая прическа. Лиловая укладка. А может, викторианский стиль? Или легкий фонтанчик? Пожалуй, оставим каре. Хочу больше локонов. Окей, испытаем новый бьюти-гаджет. Стилист завила на плойку превосходные кудри. О, я в восторге. Yay! Скорее покажусь друзьям. Спасибо. Счастливо. Оказывается, плойка – классная штука. Вырезаем развертку. Это же упаковки для краски. Складываем. Коктейльная трубочка превращается в тюбик. Сжимаем край, приклеиваем этикетку и носик.
Емкость для нанесения краски в комплекте. Полный набор для окрашивания в экстремальный цвет. Не просто быть супергероиней. Множество стрессовых ситуаций оставили свой след. О нет, на волосах Леди Баг проступила седина. Выглядит трендово, но я хочу равномерный оттенок. Алло, Антонио, возьми трубку. Да, дорогуша, понял, выезжаю. Кому здесь нужно окрашивание? Антонио, только взгляни, седина. Пустяки, моя краска мигом это исправит. Так-так, замешаем нужную консистенцию. Используем фольгу для отдельных прядей. Осталось немного подождать. Вуаля, полюбуйся. Вау, ты как всегда профи. Еще бы, идеальный оттенок. Бедняжка Нэнси и богачка Вивьен пришли в салон красоты сделать маникюр. Ох, наконец приведу ноготки в порядок. Готова потратить последний доллар. Всего 10 тысяч, мои ногти стоят еще дороже. Мастер в растерянности. Вот это контраст. Постараюсь угодить обеим. Ага. О, ваши руки нуждаются в уходе. Что поделать, я совсем бедна. Ладно, посмотрим, что у вас. Каждый день на спа-процедурах. Заметно, выбирайте дизайн. О нет, ерунда, нужен слиток золота высшей пробы. Окей. Простите, но за доллар можно сделать дизайн лишь из старых газет. Ничего, я вам верю. Результат превзошел ожидания. Гениально. Какие аккуратные ноготки. Thank you. Теперь закончим ваш маникюр. Золотое наращивание, ювелирный труд. Wow. 10 тысяч – не проблема. Вот. Благодарю. И мой доллар. Мастер сделала два чудесных дизайна, получила хорошую прибыль и порадовала клиенток. Нам понадобится дозатор. Обрезаем носик. Маникюр готов. А нам пригодится часть пилочки. Соединяем скрабер с ручкой. Это двусторонний инструмент. Скрабер на страже безупречных пяточек. Фея открыла собственный салон красоты. На оболотах точно не будет отбоя от клиентов. Фиона, решила обновить прическу? Не сегодня, понимаешь? Шрек совсем забывает об уходе за ногами. Куда ты меня привела? Не волнуйся, это сделает тебя еще более красивым. Хо, сколько работы! Самое время для бьюти-процедур. Придется применить все инструменты. Но даже с ними желанного результата не достичь. Что еще осталось? О, чудо-скрабер! Он справится даже с ногами Шрека. Пара движений, и ноги клиента поражают чистотой. Щекотно! Вот так результат. Полюбуйтесь. Ого, красота! И здорово насмеялся. Спасибо, фея. Скрабер в умелых руках способен на чудеса. Обрезаем коктейльную трубочку. Какую кнопочку выбрать? Собираем из деталей дозатор. Спрей для веснушек – последний тренд декоративной косметики. Одно распыление, и вы поцелованы солнышком. Анна с подругой греются на лавочке. Отличная погодка, правда? Ага. Анна, у тебя столько веснушек. Всегда мечтала о них. Тебе так повезло. Засмущала. У меня есть небольшой подарок. Что это? Обожаю новинки. Спрей для веснушек. Сейчас сама все увидишь. Вау, как настоящие! Здорово! Yay! Мы словно сестры. Девочки, принес вам мороженое и коктейли. Ого, солнышко сегодня раздает веснушки. Чур моя очередь. В косметичке завалялась парочка берушей. Это лишнее. Окрашиваем детальки в салатовый цвет. Похоже на пару листочков. На концах расцвели бусинки-цветочки. Добавим рычаг включения. Массажер для настоящего ценителя природы. С приходом весны бабуля проводит все время в огороде. Старушка быстро устает. Сажать цветы непросто. Нужно их тщательно поливать.
Ох, тяжелое ведро. Прихватило поясницу. Бабуль, ты в порядке? Да вот спина уже не та. Знаю, как тебе помочь. Благодаря своему дару Изабелла создала удивительный массажер. Думаешь, это сработает? Сейчас проверим. Внучка сделала хороший обновляющий массаж. Процедура волшебным устройством придала бабуле небывалых сил. Хе-хей, а я еще ого-го! Спасибо, милая! Теперь Альма с легкостью закидывает тяжелые снопы в хранилище. Такой резвой и сильной я не была даже с молодости. Бабуля, ты не перестаешь меня удивлять. Так, что прячет пенал? Точилка идеальной формы. Стачиваем неровности. Синий пластик пригодится для полок. Тонируем крышечку в перламутровый голубой. Бокс готов. Осталось скрепить половинки. Добавим ручку. Украшаем петли полубусинами. Несколько ножек и яркие наклейки. Набор уходовой косметики не испортится на полочках бьюти-холодильника. Олаф и Эльза устроили мини-посиделки. Наш любимый модный журнальчик. Слышала про новинки? Друзья, вам посылка. Мини-холодильник с модной косметикой. Ура! Только ждал удобного случая ее испробовать. Yes! Взглянем, что внутри. Ого, сколько всего! Скорее, наноси маску! А теперь себе. Ну мы красавцы. Ребята, нужна подпись. Упс, я не вовремя. Апчи! Бррр, что это? Новая маска моментально освежает кожу. Эх, ладно, не прочь отдохнуть от доставок вашей компании. Ура, бьюти-вечеринка продолжается. Нам понадобится воздушный пластилин. Придавливаем. Кажется, похоже на булочку. Ставим в духовку. Булка готова. Сыр, помидоры, салат. Эй, не ешь. Лучше возьми печеньку. Накрываем сверху булкой. Какие стильные тапочки. Я заказала себе тапочки-сэндвичи. Какие классные и удобные. Нужно поскорее показать своим подписчикам. Ну-ка попробуем. Фу, какая гадость. Пойду-ка я, пока меня не застукали. Привет, подписчики. Вот такие стильные тапочки-сэндвичи я заказала. Кажется, один пришел с браком. Но ничего, поменять не проблема. Сколько материалов. Папка нам пригодится. Рисуем заготовку очков. Дорисуем детали. Отличные дужки. Крутые очки готовы. Весь день Энн снимает стримы. За ее жизнью следят тысячи подписчиков. Ведь она очень крутая. Привет, подписчики. Так начинается мой день. Я делаю макияж. Круто! В парке точно есть, что показать подписчикам. Мое мороженое! Энн, ты просто супер! А давай в прямом эфире проверим твою удачу. Отличная идея. Подписчики точно заценят. Начнем с игрушек. Только счастливчик может выиграть главный приз. Ну-ка попробую. О, да. Прогулка на вертолете. На Фоамиране рисуем заготовки сумочки. Вырезаем детали.
Серединку заливаем гель-лаком. Осталось высушить. Рисуем лягушке мордашку. Собираем детали вместе. Добавим цепочку. Что за милый аксессуар? В Лалилье продаются только эксклюзивные сумки. Здравствуйте, я хочу что-то такое, чего нет больше ни у кого в городе. Посмотрите вот эту модель. Нет, это не то. Сейчас я покажу вам еще несколько уникальных сумочек. О, а что это за красота? Она идеальна. Ого, стой, ты куда? Она прыгает, помогите ее поймать. Ура, я просто счастлива. Всего доброго. Как мне теперь тут все убрать? Мои волосы, Лалилу! Сейчас просушим. Это еще не все. Берем желтый слайм, делаем из него тресы. Теперь дадим им хорошенько подсохнуть. Осталось только прикрепить к голове. Готово. Спаси меня, я запуталась в куче волос. Сделай с ними что-то. Сейчас что-то придумаем. Фу, справился. Смотри. Ты просто спас меня. Спасибо. Какой возьмем? Розовый шарик. На Фоамиране рисуем козырек. Приклеиваем козырек. Детали готовы. Прикрепим к кепке. Что ж, автомат, давай баночку спрайта. О, трубочки пригодятся. Соединяем с баночками. Осталось подвести ко рту и наслаждаться любимым напитком. Соревнования роллеров объявляются открытыми. За кубок будут бороться Эмми и Рэй. Пусть победит сильнейший. Эмми, вперед! Рэй лучшая! Ready, set, go! Сейчас бы воды. Я знаю, как тебе помочь. Держи. О, спасибо. Ты просто спас меня. И к финишу приближается Рэй, но Эмми не отстает. И такое происходит впервые. У нас сразу две победительницы. Вам придется делить кубок на двоих. Невероятный зеленый. Выкройки готовы. Сшиваем детали. Из пластилина лепим шарик. Вставляем косточку, авокадо почти готово. Вот так платье. В бутике можно найти все. Даже платье на костюмированную вечеринку. Только есть одна проблемка. Я вижу, у вас возникли трудности с выбором. Я могу вам помочь? Кажется, поедание сладостей сказалось на фигуре. У меня есть, что вам предложить. Вот это платье. Идеальная авокадо. Отвлечет внимание. Юху! Класс! Thank you. Ciao. Вечеринка в разгаре. Какой крутой наряд! Thank you. Все выглядят так креативно. Сколько салфеток! Из них можно сделать что-то необычное. Из трубочки сделаем основу. Добавим цепочку. Экстравагантные сережки готовы. Hello.
Вот ваш столик. Дорогая, хочу тебе кое-что показать. Вау, какие необычные. Мне нравятся. Они из салфеток? Да, это новое слово в мире моды. Ваш ужин готов. Это очень вкусно. Попробуй. Ой, испачкалась. Не беда, у меня есть чудо-сережки. И правда, очень удобно. Ваши напитки. Упс, разлил. Не переживайте. Спасибо, дорогой, такой классный подарок. О, мне совсем нечего обуть. Сейчас исправим. Обматываем ножки, покрываем гель-лаком с блестками. Минутка подсохнуть. Опа! Получились мерцающие сапожки точно по размеру. Вау, молнии выглядят круто. Чудесно. Ю-ху, спасибо, Лалилу. А так, что у нас новенького? Неплохая кофточка. Сколько всего симпатичного. Еще бы обувь найти. А это что? Такие красивые сапоги. Примерю. Ой-ой, куда вы меня тянете? Остановитесь, я не успеваю. Да уж, лучше я босиком похожу. Пластик пригодится. Рисуем заготовки маски для глаз. Смешиваем разные цвета слайма. Теперь вкладываем слайм в маску, распределяем. Красиво и удобно. Что-то я совсем устала. Прогулка была долгой. Ох, такие синяки под глазами. Точно, у меня же есть чудо-маска. 20 минут отдыха, и я снова стану свеженькой. Good. Кошечка заметила изменения. Так-то лучше. Теперь можно и в магазин выйти. Киси тоже решила отдохнуть. Йети, мы одолжим у тебя накидку. Вырезаем два полукруга. Шапка готова. Немного магии. Заячьи ушки готовы. Вставим воздушный шарик. Понятно. Пластиковую пипетку присоединим к шарику. Теперь это не просто шапка. Посмотри, как двигаются ушки. Сюрприз! О, это так приятно. А еще подготовили подарки. Загляни, загляни, что там? О, это шапка, о которой я мечтала. Я вас обожаю. Как здорово, когда есть друзья.